Али-Баба не перестает внедрять технические новшества. На день холостяка с момента его появления в 2009-м. В 2014-м на день холостяка количество платежей, совершаемых в одну секунду, доходило до 38 500. На тот момент это было рекордное количество. Но в этом году этот рекорд может быть побит. Но как проводить такое количество транзакций без сбоев? Ответ в новом продукте компании. And check later. По сути, это система кредитования потребителей. С нуля часов до часу ночи 11 ноября наш сайт неизбежно будет перегружен. Но при помощи And check later мы вычисляем кредитный лимит клиента и оперативнее проводим платежи. Это новый способ онлайн-платежей. Платформа, на которой реализуется вся платежная система, называется OceanBase. В компании Alibaba развивают эту платформу уже на протяжении 5 лет. Это первая в мире распределенная база данных, применяемая для финансовых транзакций и для системы финансовых данных. Самое главное преимущество платформы — безопасность и стабильность. Ведь любые ошибки недопустимы, особенно в такой загруженный период, как на день холостяка. Поэтому инженеры Alibaba выполняют крайне сложную работу. Они удаленно построили третий центр обработки данных в Шэньчжэне на примере центров в Шанхае и Ханчжоу. Система может проводить переключение потока в любое время, даже если компьютерный сервер, который находится на расстоянии 1000 километров, внезапно выйдет из строя. Инженеры называют это межрегиональная доступность. Но все это было бы невозможно без системы облачных вычислений. На день холостяка в 2015-м Alibaba планирует использовать уникальную гибридную облачную архитектуру. При помощи этой системы сотрудники Alibaba надеются решить любые возможные проблемы в день холостяка. Но вопрос в том, как убедиться, что система сможет бесперебойно работать в такой загруженный день, как 11 ноября. Для этого Alibaba создали уникальную систему проверки. Добрый вечер, Патиш, пожалуйста. Меня зовут Лин Синь, я из команды технологов. Я пригласил вас на эту встречу для тестирования системы. Лин Синь работает здесь уже 3 года. И сегодня она берет на себя ответственность за проведение тестирования системы. Она руководит ведущими инженерами Alibaba. Во время фестиваля 11 ноября в 12 часов ночи будет резкое увеличение нагрузки на систему. Серьезная подготовка, симуляция нагрузок — все это для обеспечения удобства использования нашей платформы для продавцов и покупателей, а также для бесперебойного проведения платежей и оплаты покупок. В этом году наша цель — успешное оформление 120 тысяч заказов, 120 тысяч заявок на оплату и проведение 60 тысяч платежей в секунду в пик загруженности 12 часов 11 ноября. Через минуту мы увеличим нагрузку до 120 тысяч. Внимание, пожалуйста. В течение 2 месяцев перед днем холостяка команда должна постоянно проводить симуляцию нагрузки на основе целевых показателей, чтобы проверить стабильность всей системы. Потому что любой сбой в день холостяка может привести к ощутимым потерям для продавцов и покупателей. За неделю до 11 ноября инженерам предстоит провести финальное тестирование системы, и оно продлится 5 часов. Любые непредвиденные ошибки должны быть исправлены в течение 5 часов. В среднем показатель работоспособности системы не ниже 90%. Это замечательно, просто отлично. Я чувствую облегчение. И теперь я намного увереннее в том, как пройдет наша акция на день холостяка. Надлежащая подготовка — залог успеха финального тестирования системы. Но сейчас еще не время расслабляться, потому что самый ответственный момент впереди. Перед вами Национальный центр водных видов спорта Китая «Водный куб». Музыкальное шоу накануне 11 ноября стало самым популярным ТВ-шоу, и средства массовой информации называют это фестивалем развлечений и покупок в Китае.
Только фестиваль весны может похвастаться таким масштабным празднованием. И мировые звезды призваны передать атмосферу праздника каждому покупателю, кто смотрит телевизор. В это время сотрудники компании терпеливо ждут приближения 12 часов. Обратный отчет до начала фестиваля 2015 начинается прямо сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте начнем наш фестиваль вместе. В этом году общий объем оборота товаров достиг 1 миллиарда всего за 1 минуту 12 секунд. Всего лишь 1 минута 12 секунд. В прошлом году это заняло 2,5 минуты. А теперь рекорд 1 минута 12 секунд. В 1:35 ночи общий объем оборота товаров мобильного приложения Taobao достиг 19,8 миллиардов юаней, обогнав показатели прошлого года. Всего за один день, за 24 часа, объем транзакций стал равным годовому объему других компаний – электронной коммерции. Я думаю, что первое шоу прошло отлично. Все, что мы задумывали, все получилось, а что-то даже превзошло наши ожидания. В 2009 году число транзакций, проводимых в одну секунду, составляло 200, а в этом году количество транзакций – 85 тысяч 900 в секунду, что больше в 430 раз. Мы впервые реализовали крупнейшую в мире гибридную облачную архитектуру, нашу систему – межрегиональная доступность, нашу базу данных – OceanBase, HTTPC – доступ к вашему веб-сайту. Все это – повод для гордости не только для компании Alibaba, но и для всего интернета. Мечты меняют мир.